Да, чекаю идеально. Нет, со вторым монитором гораздо удобнее было бы. Мне не нужно было бы чекать, проверять постоянно всю эту хуйню. Да. Сворачиваться. Но! I have one! I have. У меня есть, вон он лежит, блять. Я вспомнил, что у меня существует второй монитор, в принципе. Телевизор, что ли? Нет, нет, блять, на дуре монитор. Он не мой. Он не мой, но. Монитор, как телевизор такой. Да нет. Но у него есть один нюанс, он квадратный. Это вообще не суть. Да, это как бы. Он не мой, вот. But. Во-первых, у меня нет шнура для него. Во-вторых, у меня в любой момент могут его забрать. Ну как, блять, в любой момент? Я объясню всю схему, потому что она достаточно запутанная и долгая, да? Собака. Моя сестра. Взяла у моего бывшего одноклассника, которого она знает. По каким-то причинам. Взяла у него монитор, потому что у него, по-моему, компания была на тот момент, он забил хуй. Дал ей монитор на время. Он у нее простоял 2 года, она им пропользовалась или около того. Потом она на учебу уехала сейчас в Хабар. И отдала его мне. Сказала, что вот он его должен забрать. Я такой, ну окей, хорошо, типа не вопрос. Он знает, где я живу, мы с ним виделись еще, ну, уже не так давно. Сколько там, 3 месяца назад. Мы не то чтобы общаемся, но, типа, когда видимся, там, разговариваем о чем-то. Такое. Не то чтобы мы в плохих отношениях. Вот. И он у меня так и лежит. И он про него не вспоминал, когда мы виделись. А я забыл ему напомнить. И, судя по всему, он ему просто не нужен, абсолютно. Но он у меня лежит, он у меня... С тех пор, как мне его принесла, а это уже прошел... Сейчас скажу, она уехала на учебу. Сейчас 2-й год у нее учебы идет. То есть он год у меня лежит. С половиной. 1.5 года у меня, 2 года у нее. Просто тусуется монитор на время взятый. Он у меня лежит, я его как подготовил, я его засунул в пакет. И поставил, короче, это... Как бы пакет покрылся пылью сверху. Но он стоит в пакете, как бы, и ждет своего часа до сих пор. Но есть проблема на номеродос. А мне некуда его ставить. У меня рядом стоит вот этот стол еще, но на нем просто нет места для монитора. Это все можно убрать, это мне не очень нужно, but... Ну, мне не очень удобно будет с него смотреть. Короче, если сильно запариться... Если просто запариться и найти шнур, поставить его, настроить это все. У меня мог бы быть второй монитор. But I don't care, so... Whatsoever. Пойду еще обычные порталы пофармлю ради значков. Чтобы потом с тобой фармить в велике. А как я буду фармить? I don't know, mom. Придумай что-нибудь. Сезон вообще закончится. Ну да, да. Ну портал-то... Ох, wait. Но нам этих персов, Тёма говорит, же на софт перенесут, so. Мы сможем их продолжать на софте. Теоретически. Там просто меня прилетело жестко. Ну блин, давай быстрее, что-то долго покоился. I don't know, lol. Portal too hard. It's too fucking hard. Ну, портал 2 не сложь. Дей закидывает меня калом. You know what I'm saying, boy? Кстати, я выбил себе легендарный модификатор на этого, блять, на своего спутника, с которым я гоняю.
Soul, теперь он у меня жесткий еще попутно. Короче, знаешь, что за модификатор-то? А, ну вот эта хуйня, которая у них, да, доп-слот. Вот она... У меня выпала легендарная, она разблокирует ему все скиллы. То есть обычно ты выбираешь ему ветки один из двух. Четыре раза. А это он всеми пользуется. Вообще поебать. Имбища дикая. Ну, в плане... Если это можно так назвать... Блять, какой готовься к долгой битве? Тут, блять. Я мансил как мог. За 1105 секунд он меня запутал, спасибо. А, он еще не запутал. За 1105? Угу. Это больше часа, это полтора часа где-то, да? Да меньше. Нет, 600 секунд это сколько? 100 минут, 100 минут это... Дофига, дофига, он долго делал. Какая у меня сложность, блядь? А, я вернул истязание 8, вот почему мне жопу-то рвут так в портале. 18. Да? Не знаю, о чем ты говоришь. Too hard to count. 600 секунд это 10 минут. Я думал 100, но я как бы такой... Не очень много думаю, когда чищу портал, блять, и мне отрывают жопу каждый моб. Все равно эти 12 поточных процессов, но ничего не могу делать. Да. На 5% нагрузки очень вообще. Сейчас потом надо перекурить, а потом сам доложится. Перекурить? Угу. Restart smoking? Переесть, точнее, так сказать. Понял тебя. Подхаваться. Да. Это важно. Чит! Я же в портале! Тэпайся ко мне, если можешь. Он же обычный, там должно тебя пустить, я думаю. Cause there get stronger and stronger. Наконец-то кто-то будет танчить. Кроме Кормак. Ох, а Кормак со мной! Лол! Он со мной. Look at my dude. Так, сейчас я посмотрю, куда. Нам туда, в ту сторону.
Не, ну быки прям как в этом кста. В Сириус Сэме. Заметил? Я не помню, как там быки. Я помню, как этих одноглазых и... Ой, скорпионы-то какие там клевые. Робоципы тоже. Есть еще. Гарпи его. А, гарпи, не, мне знаешь, что нравился? Эти скелеты такие, которые шары пускают. Да-да-да, круги. Они клевые. Помню, красный. Красный? Бля, дамажу. Поебываю его. Вон он, вон он, вон он, вон. Блять, ебать, больно. Дамажу его, дамажу, дамажу, дамажу. Распетляли его нахуй. Да ты страшно, я лут собираю. Я тоже. Блять, страшно. Где он? Где он? Где он? Внизу? Дай. Я не вижу стража портала, это он? Да, это да. Питон, блядь. Ебать, больно он делает. Давай сюда, блядь. Все, что у тебя есть, петух. Не, ну я лута прям сочного набрал. То есть легендарку, еще одну легендарку, зеленую с этого одну. Это было nice, nice portal. Я только щит какой-то подобрал. Щит! И наркам хуже моего, да? А? Да? Хуже моего. Здесь у меня есть герой первым двуручным оружием. Ладно, мне то же самое. Да, я прилетел в город, и это, кстати, поменялся. Ну, кормак ушел от меня. Я говорю, fuck you. Fuck. Да. Так, где Ирина? Я ей получше нашел. Ага. Эй, вор, ты не видел мой амулет? Нет. Точно не видел? Точно. И твой кинжал я тоже не видел. Кинжал? Как? И он пропал. Ретардный. Этот ретардный. Это мне нравится. Я чувствую в себе новую силу. Ну-ка, что у нас там? Какие-то штаны. Not bad. It's not good. But it's not bad. Кстати, с этого два выпало. Два значка. Это хорошо. Да, найс. Неплохие наручи. Хуже моих. Наверное. А чем хуже? Понятно, чем хуже. Не-не-не, я понял. У меня, кстати, фляжка упала. Пока я один фармил. Она на этот... Сопротивление ко всему на 95 на 5 секунд дает после того, как юзаю. Такая сейвища. Что неплохо. Так, так, так. Это пылить. Чё, наручи паролем? Поехали.
Че такое пиздатый, я тебе говорил. Да и это мне, наверное, не нужно. А это... Ну, на Архонта. Я, конечно, оставлю. Just in case. Так. Чё, аковы призывателя с этого, да? Сейчас, секунду. Так. Где кидала? Вот она, да? У меня как раз тоже много накопилось. Надо бы... А чё за чё? Чё она подбагалась? А чё она подбагалась, лол? Сейчас я перезайду. Она чё-то подбагалась у меня. О, у тебя ещё одна легендарка. Тебе везёт. Крутишь эту рулетку. О, тоже эти наручи. У меня вот они упали сейчас. С этого я их распылил нахуй. Невосприимчив к инфектам отбрасывания и оглушения. Да. Да. Особенно эффекты отбрасывания, которые меня бесит. Ну, тебе хорошо, как милишнику. Мне наоборот, они меня откидывают, и я кайфую, блядь. Так что, блядь. Может быть, ты снова забыл поесть? Как раз наоборот. Я решил сделать запас сразу на весь день. И ел, пока кусок не перестал лезть в горло. Ха, так, видимо, ты переел. Как сложно быть смертным. Как сложно быть смертным. Да? Чё мне ролить-то? Неизвестно. Это все с этого, это все заебато. Пушку, наверное, паролю. Мне не нравятся мои статы на моей пушке. Тебе это очень подойдет. Чё это у нас? Ебать. Ну это тоже на Архонта, я тоже ее оставлю. Но для нее нужен оффхенд. Не забывай, удача, переменчивость. Чё у нас? Чемп! Поггерс. Но в нем нет гнезда. Но мне больше гораздо нравится это. Так, я понял. Нужно паролить, наверное, стат. Так, что я могу паролить? Ну вот это мне абсолютно не нужно. На что я могу это паролить?
Дерьмо полное. Тут я что могу паролить? Тут я могу паролить гнездо хотя бы. 5% скорости атаки, оно мне нужно вообще? Че еще могу паролить на гнездо? Вот это могу паролить на гнездо. Ага. Ага. Еще рольнем на гнездо. Три легендарных самоцвета 35-го. Че три легендарных самоцвета? 35 уровня улучшится. Да? Это жестко. Давай, гнездо! Гнездилище! Блять! Гнездо! Гнездо! Так. Гнездо, мне нужно гнездо. Просто гнездо. Да блять, ну ты рофлишь надо мной. Гнездо. Так, еще три раза ролю и все. Раз. Да блядь. Нет, нахуй. Нахуй. Не заролилось гнездо. А без гнезда это полный отстой. Да и ладно, еще чуть-чуть пароля. Мне слишком нужно это гнездо. Там просто так много может выпасть. Ладно. Тайная магия, наверное, возьму. Мне нравится, как он выглядит. Пойдет. Но то, что в нем нет гнезда, это, конечно, рафлан. Без гнезда это просто не то, вообще не то, совсем не то, что мне нужно. С гнездом. А как я там в кубе могу переделать ему все статы? Как-то там можно. Перековать легендарный предмет, да, по-моему. Ага. 50 забытых душ. Ага. Ну да. Еще 30 душ нужно еще мне положить, ёпта. Вот улучшить редкий предмет я мог бы. Но зачем?
Вот чё. Усилить древний предмет. Ебать, там требуется. А, легендарный самоцвет один. 30 уровня или выше. Самоцвет 40 уровня или выше. Самоцвет 50 уровня или выше, блядь. И один из реагентов, господи. А, для оружия 30 уровня или выше. Для бирюлек 40-го, для шмота 50-го. Ебать. Так это можно еще и так апать, лол. А это апать на какой стат, да? Не, это пушка, это дикая пушка. Но... Слишком много регов нужно пока. Пока столько нету. Жир готов к великому порталу? Угу. Величайшему. Сейчас, секунду, я посмотрю, сколько у меня... А, подожди, я еще эту кидал по трясу. Мой отец был великим человеком, пока не потерял все свое состояние. Обязательно возвращайся. Ой, ща. Спасибо. И 4 раза эту хуйню. Увидимся. Опять гравированный знак. Кстати, у меня есть один вопрос замечательнейший. Хотя, наверное, стоит задать его эксперту. Да, слушай, я понял только что, что стоит задать его эксперту. Короче, смотри, у меня в кубе торчит оффхенд, да? Который дает нужный мне баф. Но мне выпал такой же оффхенд, только древний. Есть ли смысл пихать древний в куб? То есть станет ли он лучше? Хотя, если он не дает статов, он дает только вот этот вот бонус. По-моему, бонус у них у обоих одинаковый. Тут 144%, тут 125%. Лол, а тут разные. Ну-ка, а сколько он мне в кубе пишет? Если он мне в кубе по-другому пишет, я древний вставлю. 150, он вообще по максимуму пишет, я понял. Он... Первобытный ставит сюда, по идее. Если он вообще доступен. А, надо кусок брони какой-то к 100. С интересным статом запихать в куб. Потому что мой у меня не очень работает. Либо я не понимаю, как он работает. Ну, если что, я готов. А, да, распылить дерьмо нужно, точно. И кинуть все лишнее сюда. Это я еще паролю. Камни камнями. Так. Сюда, блядь, другое умение, но магическая сфера мне вообще не нужна.
Ну так не нужно. Кстати, пойду паролю на эту хуйню. Лол. Мне урон от яда не очень нужен. От огня хорошо, блин. Так. Мне кажется, ты из тех, кто готов приобрести кота в мешке. О, вот это крепко. You ready to go? Честно, да. Of course. Зачем мне это делать? Извини, ты не будешь разочарован. Если что-нибудь украдешь, я сделаю тебе больно. Хм. 500 ксарей, да, это стоит? Thank you.
Бля, кот проснулся, сейчас начнет орать. Какой же он мудовый. Мудовый кот. Мне гномиха уже угрожает, бля, говорит, если что-нибудь украдешь, я сделаю тебе больно. Куда подеться? Пошел качаться. Поехали. У тебя есть знаки для великого? Да. Хорошо. Какой портал жмем? Ну все, великий. Ну я понимаю, местный. Восьмого стязания. Ну даем смотри. Бля, будет жестко, я готов. Галочку только. Ах, будет жестко. Ебать, больно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Я без хилки еще. Yep. Угу. Пока не получится. А? Я подобрал эту хуйню, которая шлепает. Так, отличный тупик. Не-не-не. Там отличный тупик. А вот наверху может что-нибудь есть. Нихуя там нет, я понял. Вижу по карте, куда идти. В скобочках следую за тобой. Да что ж такая музыка громкая в этой игре?
А вон где, блядь. Ну вот они молодцы, они делают один проход какой-то, блядь, рабочим. Остальные, типа, все, сас. Чтобы мы теряли время, блядь. Специально. А нам нельзя терять время. Там синие, если что. Они больно делают. Подниму. Мелочь почищу. Ай-яй-яй-яй, пойду хилки пособираю. Хорошо. Не отъедь там. Взрывы, да. Ты посмели напасть на меня? Ебать, мне больно постоянно. Взрывные, уходи. Угу. Там столб, если что, еще есть. У меня уже нет айтема на призыв, так что... Неважно, кто подбирает. Могила вас заждалась. Блять, почему она каждый раз разговаривает, как ее там зовут, блять? Мне все равно. Мне все равно. Что это? Не нравится. Этот максимального уровня, правильно? Нет! Че у тебя черный страж, это что такое? Черный страж, но лучше мою на 27%. И из дырочки. На. Поздравляю, поздравляю. У меня, кстати, еще одна на Кормака упала. И он еще не теряет прочность. Это пушка черный страж.
Че это вообще? А-а-а, двуручный меч. Кольцо с дыркой. Nice one. Ты в городе? Я могу сдавать ему? Я стал сильнее. Лучше, да, я сдаю ему. Новая схема. Так, что это дает ему? То же самое, но она может быть лучше, чем у него. Так, у этой 682, 746. 760 брони. Нет, это лучше. Так, это чё? Засуну в куб. Мощь Тираэля. Для чародеев. Распылю. Это чё? Это говно? Так. Это первый рец. Почему не могу? А. Да, я хочу извлечь легендарные свойства из него. 20% найс. Отлично. Так, все остальное пульнуть. Новинки, вот взгляни, ты не будешь разочарован. Новинки, вот взгляни, ты не будешь разочарован. Так, надо все эти камушки выложить. Куда-нибудь. Между всеми, кто носит этот предмет, периодически пробегает электрический заряд, на связи 1200 урона от самого оружия. Между всеми, кто носит этот предмет? Угу. То есть нужно, чтобы оно было и у тебя, и у твоего напа, да? Или как? Лучше по сетам разбить. Шевыра. Thank you.
Так, сейчас, секунду. Так, сейчас, секундочку. Over here now. Hey. Секундочку, я придумал гениальный план. У меня только что появилась гениальнейшая идея. О! Самая гениальная идея, которая могла меня постичь, в принципе. В принципе, если взять меня и гениальные идеи, то это самое лучшее, что могло быть. Потому что я просто буду с планшета читать личку и вставлю в него наушники, и с него буду слушать голосовухи. Я гений. Я просто под эти, под большие наушники одену еще маленький наушник и такой типа. Иисус, я шляпа, блять, как я хорош. Как же я хорош, господи. Так, оу май. Кстати, сколько будет, если я все сюда закину? 7000 в секунду. 7000 в секунду — это мало. Вот тут я, кстати, наверное, могу перекинуть 2 десяточки и 5-ку сюда и 10-ку сюда. Угу. Стоим.
А, да, ну я, типа, я нажал одну кнопку и смотрел, как у меня уходит энергия. Чтоб статы распределить. Просто из меня вылетает, блядь. Так. Кстати. Блять, пойду паролю еще разок этот меч, пожалуй. Пару раз. Знаешь, в чем минус великих порталов? Души не падают. Дыхание, точнее. Я их постоянно душами называю, блядь. Вот дыхание, ты понял, не падают. Такой отстой, если честно. А, пожалуйста, игра, можно мне... Будь здоров, гнездо. Нет. Можно мне гнездо, игра, пожалуйста? Нет. Два раза еще попробую. Уменьшает затраты ресурсов на 10%. Это хорошее. Но гнездо было бы, конечно, лучше. Ну и ладно. Но теперь, мне кажется, оно может посоревноваться. Оно все еще... Сколько у него дамага, блядь? Сколько у этого говна урона? Сколько? Чё, блядь? Чё он такой слабый? Эй! Я думал, не... Что? А, урона так не считается в плюска. А, урон... Я понял. Я понял, игра, я понял. Мне нравится. Ага. Так, Так. Я понял. Ладно, и еще разочек, и все, блядь. Это как ёбная рулетка, нахуй. Теперь он хотя бы близко подходит. Всего минус 10%, но так минус 37. Оффхенд считается оружием? Второй руки? Да. Ну, поезжай, да. Тут может гнездо прокнуть. Пароль на гнездо вдруг выпадет. Давай, гнездилище, блядь! Гнездо! Гнездо! Как много у меня критов-то вообще? По-моему, не очень много. Этот сраный меч того не стоит. Я укидал лучше, блядь, за ролю. Еще один такой же, блядь. Как еще один такой же. И он будет лучше гораздо. Нет. Но меч хорош.
теоретически. Если его теорикрафтить, он хорош. Тот, что у меня хорош только по дэмэджу, это что в нем есть дырка. И он древний. Но в нем вот эта обилка оранжевая мне вообще не нужна. У меня нет магической сферы, они мне не вылетают. Может быть, мне стоит их включить. Магическая сфера может дамажить холодом? Магическая сфера вместо расщепления. Нет, я не могу ее поставить. Нет, нет. Ни в коем случае, блядь. Вы что, рофлите надо мной? Вот, крылья доблести, вот у меня вот такие, по-моему, были. Только не давали мне за предзаказ обычная версия, теперь на за предзаказ или первый соло, у меня теперь противить штыку. То есть, блядь... Наверное, потому что я обычную версию конвертировал в Reaper of Soul, у меня эти крылья пропали. В обычной версии у меня были бы эти крылья. Ага. Обычная версия теперь это тыква, поэтому... У меня эти крылья больше нет. Триф. F. F. As fuck. F as fuck. Ну там какие-то зеленые крылья такие, но блин. Зеленые это за комплектные подземелья. Да-да-да. Не, ну там есть один такие, как у ангелов, они... Как у Тёмы Орлины? Не-не-не. Орлины это самые говёные, они говно выглядят. Да, они выглядят как говно, но они самые легкие для добывания. Ну, естественно. Жму на педаль. Nice. Let's fucking go, dude. А чё их так много-то есть? Нет, нет, нет. Кто? Крыса элитная. Бля, элитная крыса это жестко. Я, по-моему, я завафлил дико. Я, короче, имбовый прок поменял на говно. Надо будет перековывать пушку опять. Ну я, блядь, кто ж знал? Кто ж знал, что только криты отображаются желтым?
что урон в остальном вообще не отображается. Если я правильно понимаю ситуацию. Ебать, больно. Нет, я еще без этого был просто. Понял, без духа. Все, без призрака, медленно. Куда идти-то? А, это второй этот. Я думал, это начало уровня. Ты понял? Не, вот баф на скорость очень крепкий. Гоблина слышу где-то слева. Ты слышал? Да, по-моему, обычно. Это эти петушки, блядь? Опять меня разводят. О, а вот и босс. Фу, Леорик, ненавижу его. Он крепкий пиздец. Он взрывы карту. Рад видеть тебя, блядь. Так, стоп, там что по заданию может быть? По какому? А, да, 35-го. А это какой? 35-й. До 32-го я поднял. А, самоцвет. Я думал, ты про сложность портала. Пора возвращаться.
Нормально. Так, что там за камень-то мне дали? Древний пояс. Поясок, наверное, придется раздолбать. Так, паролем еще пушечку кидалы. Не забывай, удача, переменчивая. Но. Кидала булингами. But that's okay. She's a great woman. Так, у тебя что, по камням все, да? Обычным. Пошли в обычный. Сейчас только. I'm okay. Клац. Ой, душ набьем. Дыхание, блядь. Я привык к душам. Почему-то.
после этого портал перекурится. Окей. Ну, ты можешь продолжить. Да не вы. Эх, я дохну. Гоблин. Гоблин. Синий. Бля, вот мне супер нравится в закрытых проходах всяких тусовать. Тут прям мои спылы все так разлетаются. Очень удобно. Бля, вот ты иногда убегаешь от мобов, короче, они бегут за тобой. Потом такие видят меня и начинают меня в туза трахать. Такая боль. Саные мобы. О, хорошо, хорошо, бля. Тут, кстати, дольше как будто набивается. С таймером реально быстрее. Я просто легендаркой зато ты открыл, мне легендарка выспалась. И я такой, пухчамп. Что, не ждали? Я просто думал, что каждый должен открывать это, а не один открывает на двоих. Я вообще с этих трупов никогда лута не видел, так что. Повезло. Ебать, больно. Я в жиже стоял. Это вообще 20 секунд еще до метеорита. Ауч. Ждали?
Бэтмен меня подморозил. Ладно, дыханица. Нужно подождать. Ха. Это только разминка. Знаешь, какой у крыльев существенный минус? Их нельзя красить! Ну, я хотя бы красил. Я же всегда белый, поэтому у меня не подходит. Да-да-да, ну типа... Ой, бля, мне тут супер больно. Будет как-то спасти меня? Засейвить. Я вроде съебал, но... О, все, я живой. Тут этот... Мясник ебучий. Он меня трахает в углу. Я слабею от ран. Save me. Save me. Ой, я хилочку выбил из моба. Иду, помогаю. Как могу в скобочках. Он фукает меня, блядь. Как же больно. О, хилка. О, вкусно. Ноль легендарок с него. Ноль просто. С жирного просто ноль, блядь. Ну ладно, а то он и жирный. Где тут книжечка Каина? Ага. Так, что это такое? Легендарный жезл. Боггерс. Боггерс. Ну, я второстепенно на нем буду ролить. Что можно заролить? Не, гнездо нужно. Вот это можно на гнездо поролить. Но плюс 7% к урону. Это крепко, нельзя ролить. Ладно, что, это пароль. Гнездо. Не, гнездо нужно, блять. Без гнезда. Гнездо больше, чем 7% даст. А, много там. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Один к восьми. Давай, блядь. О, гнездо с первого трая. Лул. Окчам. О, тебе и пояс выпал до этого. С этого, который из двух кусков. Пояс крема. Блин, на моем-то.
Время восстановления у меня не на 8%. Фу. Убили наказание. Я не пользуюсь наказанием. А мне кажется, это крепче. Мой знак, тут славные битвы. Спасибо. Ну вот, как бы и имба имбище подъехала. Для моего этого, для храмовника. Короче, помнишь, я тебе говорил, что та хуйня, которая позволяет скиллы юзать? Ну, mm-hmm. все за него. Короче, я ее пока оставлю, но вообще нахер ее. Мне, короче, выпала хуйня. Он не может умереть, в принципе. А он у меня в 8-м портале умирал, бля, раз 5 или 6. На истязании 8. Поэтому, блядь, пускай лучше не умирает никогда. Лол. Просто не может умереть. Просто не может умереть. Это слишком крепко, блядь. Так. Фу. Распылять ли этот жезл? Вообще нет. Или да. Не знаю. Надо только посмотреть, как он... Сегодня 5 кейсов подгонит. За чё? Боверач. За чё? Просто за так? А, типа новогодний? У них Христос. Завтра ещё аэропада обновится. Так и не добью на этой неделе. Да, бля, впадлу, ты сам знаешь. Ты ещё, типа, да. Юзлес дерьмо. Если нужно было бы сундуки вырвать, убивать и играть Диабло. Было бы идеально. Но, к сожалению... Да, кстати, на самом деле неплохо бы поднимало бы тогда бы... Онлайн Диабло? Да. Да, если бы... Когда в ходе вывалил там эти акции. Пройди там
портане на истязание 80. Получишь скин легендарный. Истязание 80. Бля, я бы за легендарный скин прошел пару истязаний. На симметру. На симметру, да. На симметру скин дьявола, блядь. Не, если бы это был скин, короче, на какую-нибудь диву в виде жирного дьявола из второй части. И, короче, когда у него меха взрывается, ну, сам дьявол этот лопается, из него вылетает дьявол из Диабло 3. Видим мини-дивы с пистолетом. Это могло бы заставить игроков играть. Но пока это не такой скин, вряд ли. То есть, если такая хуйня будет происходить вообще смешная, то конечно. Но until then, until down. Сука. Сюда сложу. Так. Стильно, стильно. Крепко. Стильно и крепко. На этом пока все.